Аплодисменты и увлеченный взгляд. Именно такой реакции сотрудники спецназа и ожидали от школьников. Силовики уже не первый раз проводят уроки мужества. Это занятие посвятили ученикам 13-й школы. Не секрет, что, возможно, через некоторое время кто-то из этих детей придет нам на смену работать в уголовно-исполнительную систему. Собственно, для чего мы проводим эту работу. Попасть в ряды спецназа не так-то просто. Для этого нужно пройти строгий отбор по здоровью, физической подготовке. Рукопашный бой, самооборона – только часть приемов, которым обучают. Главное, как говорят сами бойцы, это умение выстраивать тактику захвата и не переставать думать о том, что ты делаешь. Школьникам показали основной набор оружия, которое используют сотрудники федеральной службы. На учениях чаще всего применяют только один из автоматов и специальный карабин КС-23. Судя по эмоциям, дети в восторге. Мне понравилось, когда фильм был и когда выступление. Сама бы ты хотела вступить в ряды вооруженных сил? Ну, если бы был бы это девчачий спорт, то, конечно же, бы да. Захотелось стать спецназом, тоже служить. В спецназе защищать свою родину. Это очень, во-первых, тяжелая работа. Тут надо рисковать жизнью. Человек может удариться, себе что-то повредить, может что-то случиться. В знак благодарности школьники вручили спецназовцам сладкие подарки. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.